Здравствуйте. Добрый вечер, коллеги, еще раз. Если все готовы, давайте приступим к работе. Господин Яныч, ваш комментарий по игре. Так, серия опять начинает. Снова результат 2-2. Мы знали об этом, что будет борьба. Сегодня в игре начали много лучше, чем в прошлой игре. Там все потеряли сначала. И хорошо сегодня отработали игроки, которые в меньшинстве играли, потому что у нас было много удалений, специально в первом периоде. И команда драла за победу. Разговаривали о прошлой игре чуть-чуть. И хотел бы еще сказать, что такие моменты, как Омарко, очень хороший игрок, один из самых лучших в КХЛ. Не надо, чтобы сделал такую симуляцию, как сегодня. Надо, чтобы сыграли фэрплей. Николай Леонидович. В первую очередь, с победой «Металлург». Счет 2-2. Начинаем сначала. Хорошая боевая игра. К сожалению, проиграли в овертайме. Он готовится к следующей игре. Коллеги, к вопросам. Денис Тайпи, пожалуйста. Вопрос Йозефа Яндыча. Насколько довольны игрой Загидуллина и почему все-таки пришлось поменять Кошечкина? Сильно недоволен тем, как он отстоял последние два матча? Нет, так Загидуллина там это было по плане. Вася в прошлой игре там сначала это было тяжело для него, потому что три гола получил за одну минуту. Поэтому мы приняли решение такое. Заги хорошо играл. А надо, чтобы у нас были два хорошие вратаря, а у нас есть. Несмотря на момент в овертайме, когда вы забили, был на льду Сергей Мазякин, но тем не менее у него ноль бросков в этом матче. Вы понимаете, что не так с Мазякиным? Спасибо. Так у него были броски, к сожалению, много блокированных. Но в следующей игре будет больше бросать. Максим Никирин, если готов продолжить. Спасибо. Максим Никирин, «Бизнес онлайн». Появилась информация в прессе, что в вашей команде эпидемия. Можете прокомментировать это? Это я не буду ничего об этом говорить по здоровью или по травмах. У нас сил есть. И об этом я, к сожалению, извините меня, об этом не буду говорить. Усманов. Александр Усманов, ПСТ. Николай Леонидович, вот выход Ларсена, это связано с тем, что у Колидова травма, или он уже до конца готов играть? Ну, он покатался, сказал, что готов играть, поэтому вышел. Вот в прошлых играх, когда Панин играл с Сергеевым, команда выиграла, вам не кажется, что они лучше комбинируют и играют вместе? Если бы весь результат зависел от одной пары защитников, что они играют вместе, то, конечно, мы их оставили вместе. Спасибо. Но играет вся команда. Пожалуйста, у коллег из «Магнитки» есть... Давайте. Наталья Каткова, «Солфкей». Вопрос Йозефа Яновича. Пан Йозеф не играл Григорий Петронов вторую игру. Что с ним? Он заболел. А надолго? По срокам? Пока не знаю. Уже стало лучше, но долго не тренировал, так там уже нет времени на ничего, просто посмотрим, кто как будет, и если будет готов, будет играть, если нет, не будет, так как до сих пор. Пожалуйста, Магнитогорск. Данила Сергеев, сайт «Металлург», вопрос к Йозефу Яндычу. С победой, Йозеф. Действительно, команда набрала сегодня достаточно много удалений, да, около 20 минут штрафа. Вот как эту ситуацию поправить к следующим играм? И было ли у вас такое подобное в карьере, что 5 удалений подряд набирает команда? Ну, так это правильно вы сказал, что так невозможно играть в плей-офф. Мы об этом говорили. Это были, а еще, если это удаление в половине атаки или в зоне атаки, потом это плохое удаление. Всегда тяжело потом играть проти еще такому звену, как играет Кемпайнен, Хартиканен, Марк.
так это тяжело потом. Потеряем силы. Но, как я сказал, сегодня игроки, которые играли в меньшинстве, очень здорово играли. И эти ситуации нам надо улучшить. Это потом уже, как принимают решение игроки. Где то бывают удаления такие неудачные, а где то плохие. Всем большое спасибо, коллеги.